вы посмотрите на это хорошее животное. Такое пусечное просто. Вот как вот стать, как помешать такому? Такому пуське-лапуське. Все, никуда не встанешь и не пойдешь. Хочешь в туалет? Ну, ходи. Ну, надо тебе куда-то. Ну, вот, сиди. Как потревожить такое ангельское создание? Ну что, ребятки, опять мы удосужены такой чести, как наблюдать закат луны. Только на камере, конечно же, опять ничего не видно. А камера у нас нифига не поменялась за год. Вот. Ну, кстати, она в жизни гораздо краснее, раз в 10. А здесь просто все огоньки белые. И луна белая. Ну, кстати, в этот раз не видно дорожки. Мне кажется, в прошлый раз она еще даже выше была, но уже дорожка была видна, прям так хорошо отражалась в море. А в этот раз вообще не отражается в море. Там испарение мощное. Испарение? Ну, наверное, что-то гасит. В общем, нет такого блика сильного. В принципе, даже не сильного нет, вообще никакого блика нет. Ну да, дорожка уже была в этот момент, я фоткала. А сейчас чисто луна, ну вот этот вот. Где мой палец? Вот эта луна. А, кстати, набережную отключили, свет, линию. А, не, видно ее, просто очень слабая. Либо сейчас очень светло из-за этой луны. Мы же все думали, что поедем, когда будет закат луны следующий. Ну, сейчас капец холодно что-то вообще, этот май капец холодный. И опять мы сами проснулись, блин, сами спать не можем в этот день. Ну да, вот она начала садиться, она опять во что-то садится. Не совсем море. Наверное, в Сочи. Поэтому она не отражается, потому что она не совсем в воду садится. Но уже все вот заход идет. Да, горизонт ощутимо ниже. Но там горы закрывают. На дорожке не из-за этого. В прошлом Месяце она была. Она сюда была больше. В левую сторону. Сейчас на половину уже спряталась. А, половина луны. Кто-то. Вон она просвечивает, нет, это облако. Облако. Все-таки облачно чуть-чуть. Тогда прям полная ясность. Поэтому да, она из-за влажности не отражается. Она испарялась, это море, пипец, как много, скорее. Ну да, сейчас активное испарение идет. Сейчас такая же вот эта. Флюиды. Тоже с волнами идут, как мы туда смотрим. Вот она просвечивает облако немного. Сирея. А, блин, сейчас сядет. И солнце зайдет через пару минут. Но это мы не увидим. Он тут вообще встает, видимо, часов в 12, когда из-за города ползает. Из-за города? Как он так поздно встает? На горе надо жить. Чтобы закат луны смотреть, и восход солнца. Сейчас уйдет совсем.
красный кусочек. Копченый сыр. Копченый сыр. Крохотулечка. Чтобы завтра поехать домой. Все. Уже на камере не видно. Но тут еще чуть-чуть совсем видно вот этот вот в дымке. Да, покраснее. Место солнце, конечно. Ну как солнце. Такой же скорость. Прикиньте, к нам залетела бабочка. Она села мне на руку и улетела. Тучи сгущаются, она тут еще где прибыть. Блин, самое хреновое. Что? Что такое, вчера я смотрела Сашин стрим, и там он говорил о том, что у него перед смертью дедушки залетел голубь, и он садился на него, и он не мог его никак выбить. Надеюсь, она не к этому залетела. Надеюсь, она к чему-то хорошему залетела. Короче, бабочка прилетала второй раз. Но она вот здесь потусила около окна и улетела. О, опять период огромного солнца. В прошлый раз тоже. В это же время примерно он был. Такой огромный. Оно. Вот. Капец огромное. Можно еще так приблизить какой-то. Еще более огромное. Кстати, вот можно сравнить с прошлым годом, насколько достроили этажей у этой башенки. Опять как-то Таиланд, Тайлапс, как это называется, типа повторение. Постоянно будут, короче, закаты. Помню, как это называется. Вот ровно по диагонали пришло, оно вышло вот здесь из-за тучки, из-за дома, и вот так вот чух по диагонали в угол этого дома прошло. Да, видишь, интернет. Какие красивые цветы. Молодец. А это как называется? Азалия. Как? Азалия. Азалия. Шесть я купила таких посадила. Эти косари ходят, созрают. Маленькие были вместе с травой созрели. Красивый. Да. Ну что, дружочек, дружочек? Нет у меня ничего таки. И тут все цветет. Это во дворе все цветет. И тут вот такая прелесть, прелесть, на господи.